Кубок России привезли в Сочи из Москвы. Поезд с ценным трофеем прибыл на центральный ЖД вокзал курорта сегодня в обед. Представители Российского футбольного союза встречали по национальной традиции с хлебом, солью и народными песнями. Гостей приветствовали многочисленные сочинские школьники и юные футболисты, члены местных клубов, для которых приезд Кубка стал большим событием. Ну а это уже площадь у Южного Мола. Сюда 17-килограммовый трофей ежегодного соревнования российских футбольных клубов, состоящий из хрусталя и серебра, привезли прямиком с вокзала. Здесь его встречали сочинцы и гости курорта. Кстати, на финальный матч Кубка России уже продано более 15 тысяч билетов. Много любителей футбола, которые в обязательном порядке приедут к нам в город. И мы знаем, что только из Москвы 5 тысяч фанатов «Локомотива» приезжает в город. Более 2000 из Урала. Мы только просим, чтобы все они понимали, что город Сочи – это действительно гордость России. И мы очень просили бы их, чтобы и при проведении матча, и потом мы в городе Сочи соблюдали порядок и гордились городом. И оставили после себя очень хороший след. В Сочи приедут болельщики из Москвы, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга. Матч между клубами «Локомотив» и «Урал» пройдет 2 мая и станет третьим тестовым на обновленном стадионе «Фишт». Ну а до начала финальной встречи Кубок России будет находиться в музее спортивной славы Сочи. Поэтому в эти дни вход в музей будет бесплатным.